Зараз досить багато різноманітної реклами, і в Україні хочуть змінити концепцію видачі дозволів для того, щоб це все менше зробити корумповано і зробити якісь більш краще благополуччя для того, щоб люди могли подивитися прекрасну рекламу. І сьогодні ми поговоримо, як її правильно розміщувати з експертом. У нас сьогодні Євген Вітюк. Доброго ранку. Це маркетолог і людина, яка займається рекламою. Правильно? Так. Зараз я бачу, коли виходимо з дому, дуже багато всяких неонових вивісок, які рекламують щось, надихають, привертають увагу. Чому така тенденція зараз пішла? Ну, скажем так, бізнеси не ростуть, їх становиться більше, кожен хоче урвати небольшой кусочок. Вот. И, соответственно, как бы реклама – это самый непосредственный двигатель торговли. Вот. Поэтому она все больше и больше начинает поглощать все возможные так называемые плейсменты, да, места размещения рекламы. Это опять-таки обусловлено тем, что реклама у нас уже относительно давно, хоть наука и, ну, и вообще и практика довольно молодая, да, и там не более там, сотни лет, вот, но все же уже, наверное, придумали все возможные форматы, которые только можно. Ну, это и билборды, там City Light, это реклама на ТВ, это реклама на радио, это реклама в интернете. Вот. И с каждым днем приходится как-то ухищряться, как-то придумывать какие-то новые форматы, новые какие-то виды рекламы. Вот. Банально даже там начинают чуть ли не татушки себе выбивать на лбу там, с какими-то брендами. Или там, помните, может, не фамилия, а там какая-то акция была у какого-то магазина. Переименуйся в iPhone 11 или что-то там и получи iPhone. Вот, переименуйся. Да, какая-то была в каком-то магазине. Я знаю, что была акция, хтось набивал себе тату с лейбом. Domino's это делала. Domino's, и так само я бачу, хтось выдавал Apple. Це да, в Києві було. Да. Они просили поменять фамилию на iPhone, по-моему, 10 или iPhone 7, что-то там, и реально меняли. А прикол самый в том, что настолько много людей побежало менять фамилию, что просто пришлось акцию отменить. Соответственно, остались у нас iPhone 5, собственно, без самих девайсов уже. Так и ходят, наверное. Но может и нет. Досить дивно. До речі, зараз з 20-х років минулого століття змінилося лише одне слово – приставка «digital marketing». Тобто, от, а які зараз нині тенденції по рекламі, що зараз найдієвіше? Digital внес, наверное, самый весомый такой элемент, который поменял вообще суть рекламы, потому что он позволяет нам как бы очень быстро и очень с максимальной эффективностью получать возврат инвестиций с рекламы. То есть любая реклама, да, это не просто как бы вывесить вывеску, чтобы красиво было, да, суть любой рекламы – это все-таки платное обращение к нашей целевой аудитории, потому что размещая какие-то рекламные там баннера, рекламные ролики, неважно что, да, мы платим деньги за то, чтобы нас кто-то увидел. И это довольно дорого сейчас, потому что конкуренция рекламодателей очень высокая, и действительно приходится иногда просто драться за то, чтобы показать одному человеку какую-то рекламу. Что касается диджитала, это открыло доступ многим людям и многим бизнесам путь и доступ к свободной и качественной рекламе и конкуренции, соответственно. То есть сейчас не нужно обладать огромными средствами, чтобы прорекламировать свой бизнес, да, как это было раньше, там, что только это можно было там на телевидении или в газете, да, разместить, что стоило. Ну, радио. Какие-то там супермасс-медиа, которые требовали огромных денег, соответственно, малые бизнесы не имели никаких шансов. Приходилось им использовать какие-то там партизанские методы, там, листовочки раздавать, там, где-то на ушко шептать и тому подобное. Сейчас реклама в интернете – это все-таки большой кусок по инвестиции денег, то есть это самый весомый денежный оборот именно там. Почему так происходит? Потому что это быстро оборачиваемо, потому что мы можем за месяц сильно больше показать людям рекламы и создать ее, да, чем, допустим, на телевидении условно. Вот, а еще это дешевле.
ну, относительно. От уявляємо собі ситуацію, я створюю новий бренд, який нікому не відомий, там друзям показав, там десь в інстаграмі виставив, люди там, можливо, десь щось побачили. Відповідно, ще немає довіри. Яка реклама була б найефективніша для нового бренду, який ще ніхто абсолютно не знає? Ну, смотря, опять-таки, какой бренд. То есть людям не столько интересны бренды, да, сколько им интересно закрывать свои потребности. И у нас как бы глобально есть три уровня клиентов, ну, людей, которые ищут проблемы. Самые высокие – это самые дорогие клиенты, он самый маленький кластер – это те, кто знают свою проблему и знают, где найти решение. Обычно они вбивают запрос в Google, там, купить стиральную машинку, там, условно, и попадают. Это дорогая реклама. Дальше идут клиенты, которые знают свою проблему, но не ищут решения. Их отслеживают в интернете, их отслеживают специфические алгоритмы. Я, до речі, от звертаю увагу на те, що нас чують. Тобто те, що ми говоримо, і нам потім вибиває. Ну, наверное, каждый, да, сталкивался в своей жизни с тем, что мы поговорили там про какой-то... Ну, там, про микроскоп электронный, да, просто так невзначай. И тут он у нас в рекламе почему-то всплыл, да. Опять-таки, это площадки отнекиваются рекламные, ну, кто знает, не могу сказать. А, и возвращаясь к нашим, да, к нашим клиентам, как же продвигать все-таки бренд. А второй вот этот пласт, который как бы знает свою проблему, но пассивно ищет решение, ему попадает ненавязчивая реклама. И вот есть самый большой, самый дешевый пласт, это те, кто не знают свои проблемы и не ищут решения. Это так называемый голубой океан. Это те люди, которых нужно приучать к этому бренду. Вот как раньше было там, условно там, маникюр, да? Там, покрасить ногти. Раньше же этого никто не делал. Да. Просто маркетологи сидят, а на чем бы заработать денег, и приучили народ, в частности женщин, ну, уже некоторых мужчин, красить ногти. Вот. Поэтому как бы тут нужно определять, какую потребность наш товар закрывает. Вот. А бренд уже продвигать... Ну, люди сейчас на самом деле дошли до того, что они не так сильно смотрят на бренды в основном, сколько они обращают внимание на пользу товара. Что касается где и как это продвигать, это, наверное, самое популярное там, где больше всего народа. Это социальные сети, всем известный Instagram, Facebook, и также Google, точно так же огромный монополист по факту, да, в рекламе, YouTube, Google поиски и тому подобные вещи. Но я, до речі, чув, що Instagram буде запускати рекламу в Telegram. Telegram буде запускати рекламу в чатах. Чи це адекватно? Чи... Я знаю, що в Viber така ж є послуга. Ось я хочу ще Telegram, і плюс там має бути ще підписка преміум, щоб не було цього. Ну, в Телеграмі, на самом деле, я считаю, давно пора сделать адекватную рекламу, которая регулируется, потому что у многих недоверие к Телеграму, ну, опять-таки, мессенджер довольно такой провокационный, довольно много вокруг него, да, интриг, то там... Є там такий момент. Да, и... Соответственно, он ничем не контролируется и ничем не регулируется. У него даже нет так называемой рекламной политики. Соответственно, реклама там органическая. То бишь, условно, там есть какой-то начальник, этот администратор какого-то канала, и я подхожу к нему, говорю про рекламу и там товар. Он говорит, ну, там, 100 баксов, условно, за постик. Да? Но все-таки, если реклама... Ну, в чем вообще разница между тем, что кто-то выставляет у себя просто на странице, да, и тем, что выставляет уже система, алгоритмы, это в возврате инвестиций. То есть если реклама, если есть специфическая рекламная платформа, это сильно выгодней, потому что алгоритмы контролируют расходы, алгоритмы понимают, какую аудиторию нужно находить, они собирают данные о ней и тому подобное. То есть для рекламодателя это сильно лучше. И это сильно лучше для клиентов. То есть любая таргетированная реклама, да, которая показывается нам с помощью алгоритмов в сети, она нам лучше, и как бы она обоюдо выгодна для рекламодателя и для клиента, потому что клиент видит то, что он ищет, а рекламодатель по минимальной цене показывает то, что хочет, собственно, продать нужному человеку. То есть это сильно лучше, сильно выгоднее, чем просто, там, скажем, билборд где-то там поставить. Ну, білборд – це зазвичай не цільова аудиторія. Просто пам'ятайте, що бренд існує. Ну, да, це такий більше на охват аудиторії. Також запитання.
Є якісь проекти, за які б хотілося прям дуже сильно взятися? От було бажання величезне. І чи були проекти, за які не бралися, бо казали, ні, це не буде? Да, ну, скоріше не від проекту зависело, скоріше зависело від клієнта, которого проект, да? Тобто в основном как бы я занимался обслуживанием это фирм либо там частных каких-то клиентов, у которых свои бизнесы, да, которые хотят продвигаться там, ну, в принципе, по всему миру. И по всьому світу? Да. І непогано. А які країни? От я, вибачте, перебуваю, які країни, крім України ще? Ну, самые, наверное, популярные это европейские страны, это США. Вот. Интересно было бы на самом деле с Австралией поработать. Еще вот с Австралией не приходил. А, и с Китаем еще. Но там суперспецифическая аудитория, у них сложно прорваться, у них там свои вообще подходы, там WeChat какие-то и закрытый интернет. Вот. А, так вот, с кем действительно сложно работать, это с СНГ предпринимателями, у которых уже довольно долго бизнес, да, которые не так давно узнали о существовании рекламы. И они рассчитывают, что реклама как бы это невероятная панацея. Они думают, что вкладывая $1, они тут же получают $10. Реклама это всего лишь вот платное обращение к клиенту. То есть я за деньги подошел и там, показал какому-то человеку, вот, что есть такой-то товар, и как-то ему предложил зайти вот в эту воронку. Как бы реклама сама по себе не существует и не имеет смысла без какого-то большого, ну, не большого, а скорее продуманного процесса продаж. То есть очень часто можно встретить, что вот наши предприниматели, они не совсем понимают значение рекламы, они думают, что вот мы там нашли рекламщика, и он должен нам все просто, у нас все отдыхают, да, работают только... Завтра уже будет бизнес. Да, все, завтра у нас уже должны быть деньги, они там уже сидят так там 0,01 минута, где мои миллионы, да, то есть, и они еще не совсем, ну, очень часто не понимают, что реклама это инвестиция, это не затраты, это действительно инвестиции, которые нужно понимать, как возвращать. Вот, поэтому они очень часто, ну, то есть действительно бывали кейсы, когда мне за там услуги сильно больше платили, чем они готовы выделять на рекламу. То есть это вообще нелогично, да? Бо известно, что... Ну та, реклама ж дає прибуток, а не реклама. Да, известно, що маленькі розходи на рекламу, да, вони безсмислені. Також дуже цікаво, є, на мою думку, найнедієвіша реклама, це коли ти йдеш по вулиці, тобі дають листівочку, ти її подивився і викинув. Чому люди до цього часу ще цим користуються? Опять-таки, це ж ті самі бізнесмени, у яких вже доволі довго бізнес, які відмовляються виходити в сеть, тому що там все-таки їх часто навіть пугає те, що там в доларах як би, оборот, да? Ну, оно конвертируется в гривны там условно, ну, там за 1000 показов мы там платим там, ну, $10 условно, за то, что 1000 людей видели нас. Причем это же может быть целевая аудитория. И при том это максимально целевая аудитория, да. Опять-таки, реклама флаерочков обычно занимается это для продвижения локальной площадки, то есть если у нас вот там магазин рядышком, да, и мы там, вот возьмите, у нас там 20%, если вы зайдете сейчас. Да, неплохой выбор на самом деле, имеет место быть. То есть, если здесь и сейчас, а если там... А не простіше зробити баннер біля магазину, якщо зайдете зараз? 20% знижка, таке-то слово, кодове. Да, так сильно лучше, так менее навязчиво и не страдают деревья, что немаловажно. Ну, я и про це подумав. Потому что там, видишь, наверное, когда-то картиночки, там стоят два дерева, говорят, я буду там кораблем, а я буду там большой книгой, меня будут читать, там получать знания. И там через 10 лет просто в мусорнике лежат эти брошюрки такие, не повезло. Да, поэтому, ну, вообще... Вообще, да, я лично против как бы такой печатной навязчивой рекламы, потому что как бы она совсем не целевая в большинстве случаев. Ну, опять-таки, есть что есть. Якось готував один квіз, було якраз саме тема маркетингу, і дивився рекламу 90-х років, коли сидиш просто смієшся від того, що рекламувало. Mm-hmm. Чим змінилася реклама зараз і тоді, і чи вважаєте, що тоді була дієвіша, чи зараз дієвіша реклама? Мені кажется, тоді була реклама більш
эффективная, потому что это было что-то новенькое, вот, потому что не нужно было сильно много, да, фантазии, просто вот, смотрите, у меня есть такой-то товар, все, классно. По сути, вне конкуренции были. Сейчас в плане развития рекламы сильно круче, потому что у нас появилась действительно невероятная конкуренция. Сейчас, ну, как бы все целятся, да, все целятся на качество рекламы телевидения, но сейчас очень много там бизнесов небольших делают сильно круче рекламу и вообще рекламные там ролики, воронки, чем это продемонстрировано на телевизоре. Сейчас как бы основное, если раньше достаточно было показать, что вот у нас есть такой-то товар, берите, молодцы, да, все, все знали, что вышел там какой-то товар, пойдем. Сейчас мы живем в эпоху такого информационного шума, где у нас появилась так называемая баннерная слепота. Мы очень, очень слабо замечаем рекламу, ну, листая там интернет или идя по городу, мы вряд ли однажды вспомним, а что мы видели там 10 минут назад на рекламном баннере. То есть сейчас мы идем в сторону креатива, в сторону какого-то отличия, чем-то зацепить, чем-то удивить человека, чем-то, ну, запасть ему все-таки, запасть ему мозг. Потому что непосредственно задача рекламы, вот как рекламных материалов, это исключительно исключительно привлечь внимание и вызвать небольшой интерес, узнать, что там дальше за товаром. Поэтому да, сейчас реклама сильно круче. Иногда доходить до абсурда, звісно, там рекламні ролики, але... Ну, от я сам якраз про абсурдні рекламні ролики хотів запитати. Дуже часто буває, що реклама може зробитися вірусною. Ось як зробити рекламу? Тобто, я думаю, що навіть не потрібно вкладати якісь там певні інвестиції, тобто піде 100% менше, із-за того, що всі люди будуть просто перекидати, чисто подивитися, що це за реклама. Як зробити вірусну рекламу? Ну, це должно бути просто очень фановая компашка должна бути, очень смелая. Вот. И это должно быть какие-то либо, либо какой-то резонирующий, возможно, момент, ну, либо что-то очень оригинальное или веселое. То есть люди, ну, в основном, наверное, что-то такое веселое и забавное, потому что, как показывает практика, сейчас люди любят, да, смотреть какой-то веселящий контент. И в таком формате, собственно, делают рекламки. Тот же самый TikTok очень мощно вырывается сейчас своими забавными видосиками, короткими. Да? Точно так же сейчас рекламодатели туда вливаются, потому что... Ну, в Штатах минулого року це була найкраща площадка для реклами. Да, потому что сейчас это дешево. Ну, чем моложе площадка, да, тем дешевле это. То есть, если, условно, Google это уже сторожил, да, туда далеко не каждый может зайти и тягаться там с какими-то уже существующими рекламодателями. В то время как какие-то новые, там, TikTok, возможно, Telegram в будущем, они все-таки будут рассчитаны на более моложе аудиторию, на более новые бизнесы. Но опять-таки стоит смотреть, что, где наша целевая аудитория. То есть, опять-таки, эффективная реклама там, где есть наша целевая аудитория. То есть, если, ну, вряд ли мы там в ТикТоке, да, сможем продавать там Lexus условно. Ну, опять-таки, почему нет? Все нужно пробовать. Основное, наверное, основное правило рекламы – это тестируй и смотри. Вот. А как ее сделать вирусной? Мне кажется, в большинстве случаев это так... Очень, очень рандомно получается, когда просто люди сидят и в кайф такие, там, а давайте по приколу сделаем. Потому что если вот сесть и так, надо что-то вирусное сделать, я очень сомневаюсь, что можно без огромных инвестиций сделать что-то вирусное. То есть у нас либо должно что-то быть оригинальное и прикольное, чтобы оно органически разлетелось, либо туда просто вкидывать невероятных денег, чтобы это все увидели и, возможно, таки стали... И останнє запитання, це чисто особисте. Дивись, я стендап-комік, і в мене скоро буде сольний концерт, це буде в березні. Як мені знайти 300 людей, тобто зробити рекламу на 300 людей, щоб вони прийшли? Ну, попробуй флеєрочки пороздавати возле місця проведення. Ми дякуємо. Я нагадаю, що з нами був Євген Вітюк, це маркетолог, спеціаліст із рекламою. Друзі, ми дякуємо за те, що ви перегляли це відео. Надіємося, що воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити нам лайк, написати будь-який коментар. І якщо ви хочете, щоб це відео більше людей побачило, не забувайте його також поширювати між своїми друзями. Побачимось!